Здравствуйте. Как у вас здесь дела? Нормально все, нет? Да какого фига? Не шипи на меня. Что за фигня здесь происходит, а? Так, доброе утречко. У меня какое-то чувство, что я неделю спал. Где я был-то всю неделю, непонятно. Голова чуть болит. А где подушки? Ну, замечательно. Проснулся в доме, опять подушки украли. По-любому тот сосед напротив. Хотя я даже не знаю, кто там напротив живет. Надо пойти разобраться. Но тот же стырил подушки, пока я спал. Надо было на сайре поспать. Нифига себе, какие банки сайры здоровые. Что творится-то? Это для кого стул? Мне что, великаны в гости, что ли, ходят? Ничего не помню. Ух, шите, блин, отдохнул неделю, называется. Ничего не помню. И часы здоровенные. Я что, лилипут, что ли, какой-то? Или что, в стране чудес? Танк, смотри, даже есть. Так, ладно, нормальненько. Отличный комод. Прям замечательно, он мне нравится. У меня дома есть летающие полки. Это уже неплохо. А чё, у меня бойлер такой? Да мне кажется, здесь тогда у меня дома можно всем городом мыться. Прям вообще не заморачиваясь. Стиралка. Внутренности все украли. Так закидываешь, говорит, водой заливаешь с порошком, потом достаешь и идешь выкидываешь нафиг. И нормальненько, говорит. Так, здесь чё? Здесь ничегошеньки интересного. Так, а почему? Опа! Отмычку нашел. Это точно отмычка? Или это просто, чтобы в носу ковыряться? Интересно, интересно. Она же чего-то, наверное. По-любому куда-то она должна подойти. Прям 100 пудов. Пойти выйти пообщаться. Нормальный у меня дом. Только я у себя что-то третьего этажа там не видел. Может, отмычка оттуда откуда-нибудь идет или нет? Я не знаю. А кто знает, непонятно. Не показался ли я, слышу, как тут сейчас дышал? Не надо дышать возле моего дома. О, смотри-ка. О, смотри-ка. А как она вообще держится? Вот эти штуки, они даже не достают ведь. Это вообще безопасно. Так, я не понял. Я не знаю, что произошло за неделю, но почему кто-то кого-то похоронил на моем заднем дворе? Может быть, это все-таки не мой дом? Это все очень и очень подозрительно. И зачем я хожу с отмычкой? Что-то не хватает в моем доме. Ну вот смотри, я захожу, ну в ширину такой вот здоровенный. Мне что тут, может, какие-то секретные входы есть или что? А вот здесь что находится-то? Там что, стена просто, что ли, или что? Ладно, оставлю отмычку дома. Отмычка детям не игрушка. О, нифига себе, вот это кактус, вот это я понимаю. Джек, кактус по имени Джек. Джек, ты что, людей всех распугал, что ли, или что? А есть тут дома, нет? Или типа двери нет, заходи, кто хочешь, делай, что хочешь, или что? Василич? Василич? Ты все? Я не знаю, что за неделю произошло. Ты все со мной больше не разговариваешь или что? А, Василич? Подожди, я был уже в этом доме. Я прям кричу, я здесь был уже. Василич? Поговори со мной. Василич, говорю, поговори со мной. Вставай, давай, разговаривай, как мужик. А, замечательно. Опять повисло все. Спасибо большое за оптимизацию под стенд-алон режим. Вот никогда она не работает. Никогда. Вот, я теперь дома проснулся. Вот что сложно взять? В стенд-алон режиме, чтобы работало все. Сейчас проверю. Будет он гонять, не будет. Кстати, там появился? Нет, ничего там не появилось. Ничего не пашет. Василич! Ну, он меня теперь хоть видит.
Только ему пофигу на меня. Хоть и деревяху-то повешал, блин. Но сейчас на видео по-любому будут небольшие полосы, вполне вероятно. Конечно, чё бы и нет-то. Все, Васильич, хватит. Хватит, Васильич, бегать за мной. Иди за кем-нибудь другим побегай. Чё ты ко мне прикопался-то? Я ничего тебе не делал. Слушай, а может, какой-нибудь брат Васильича на заднем это дворе похоронил или еще что-нибудь? Я не знаю даже. Вот я офигею, если эта штука опять там. Да, вон, видишь, лежит, говорит. Ищи как хочешь, говорит, крутись как хочешь, говорит. Так, а здесь что? А что, не бьется, что ли? Ладно, не бьется, так не бьется. А где что искать? Тын-тырын-тын-тын-тын-тын-тын. Ну, вообще, как беспалево, говорит. Ты, говорит, главное, рассмотри, что она здесь есть вообще. Так, ладно. Прохладно. Васильич, отстань от меня. Мне тут это дела важны. О, да неужели я ее взял? Все, Васильич, начинай вниз лазить. Тебе вниз надо. Вот карточка твоя, не знаю, кредитная, это какая у тебя? Ну, шуточка за 300 опять. Так, ладно, надо бы ключики поискать. Чуть найти и так далее. Ну, а здесь открывается, да, даже? Тын-тырын-тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын. Так, здесь что у нас? Так, а есть туда наверх запрыгнуть? Я не запрыгну. Там фигню какую-то сделали. Тын-тырын-тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын. Так. Камешек, смотри-ка. Нифига себе, какие камни у тебя здоровые. А чем больше камень, тем стекло лучше бьется. Васильич? Че, он даже не пойдет проверять, ничего. Как обычно все. Ладно, замечательно. Да опять ты. Откуда ты берешься вообще здесь? Да, конечно, одно разбито, говорит, выбегу через другое. Это, говорит, я у мамы дурачок, да? Так, а где чего мне искать-то вообще? Васильич, отстань от меня, пожалуйста. Подожди, и ты кого-то здесь похоронил? Ну что, какая-то неделька похорон была, что ли, или что? Ну, тебе на всякий случай, чтобы жизнь медом не казалась. Не, ну вот это-то вот зачем? Может, туда реально можно залезть, а потом оттуда выше вот туда? Кстати, вполне вероятно. Вполне вероятно, все может быть. Значит, что, мне нужно пару коробок. По райончику можно побегать. Что здесь? Вон церковушка есть, дома есть. Опять купол какой-то непонятный есть, который я даже не вижу. Я просто не могу идти. Может, я запрограммирован так, что я не мог далеко ходить или что? Что это такое происходит? Почему это происходит со мной? Может быть, я робот? Не, скорее, может, я просто дурачок, и все это тогда, в принципе, все объясняет. На все вопросы дают сразу все ответы. Почему здесь двери нету? Так, ладно. О, гаечные ключи. Замечательно. Это отлично, когда есть гаечный ключ. Отлично, когда есть магнит. Буду чуть магнитить. Буду как магнета. Хотя магнета, он даже магнитил, что-то нет. А, это на улицу, да? Замечательно. Так. А рычаг-то куда дели? Что, все вырвали, не работает? Стой, ну здесь же всякое что-то должно быть. Что-то должно быть интересное. Васильич тут вот учится гвоздики забивать вот здесь. Ё-моё. Васильич, ты чего? Завязывай давай. Ай, не надо. Надо, видимо, Федя, надо. Так, ладно, у меня есть ключ. Я могу залезть куда-нибудь наверх. Что-нибудь там сделать. Чуть нехорошее прям. Прям залезть и чуть прям вот Васильичу. Так, ладно. Давай. Открутили все это.
Еще и камера висит у него, ты здесь не посмотри-ка. Ты что, думаешь, ты самый умный, что ли, или что? Коробок здесь своих накидал. Как ты мне надоел уже, а? Так, ключ от машины, замечательно. От багажника. Зачем хранить ключ от багажника отдельно? То есть ты тащишь такую вещь из дома, хочешь что-то положить в багажник, такой... А, точно, у меня же ключ на втором этаже, чтобы до туда добраться, мне нужен гаечный ключ. Василич, мне кажется, это какая-то дичь. Ты умеешь оптимизировать вообще свое рабочее время, нет? Хотя какое рабочее время? Ты ведь у нас просто миллионер и олигарх. О, смотри, я ключ нашел. Совершенно случайно причем. Так, отлично, у меня есть синий ключ. У меня есть Василич. Василич, отбой! Опа! Все, да? Потерял меня, да, значит? Такие, как я, всю жизнь, Василич, ищут и ждут. Не приведи Господь. Оп. Подожди. У меня тут в комнате дела важные, между прочим. Мистер сантехник, добрейший вечерочек. Смотри-ка, золотые яблоки есть, все имеется. Так, буковки, чего только нету. Тын-тырын-тын-тын-тын. А вот и синий ключ, мне вообще все ключи пригодились. Ай да, Лёха, ай да я... Это куда там, далеко? Это серьезно, куда, подожди. Нифига тут у Васильича комната какая. А там заперто. О, здравствуйте. Почему... Ну вот эта штука от могилки на кровати, мониторы, почему такой странный чел с этим смотрит? Я бы таким врачам не доверял однозначно. Ничем хорошим, мне кажется, это не закончится. Так, ладно, Лёха, ты далёко полетел. Так, что здесь есть? Ребята какие-то. Здравствуйте. А зачем я еще сюда пришел? Где же нет нифига? Может, здесь? За телеком? Не, ну я думаю, я сюда не просто так шел. Для какой-то цели, наверное. Хм, ты смотри-ка, а. В шкафу, может? Нет. Здесь нету. А где есть? Здесь что-то прячет, Василич, однозначно что-то прячет. Нужно найти это что-то. Что-то? Ты где? Выходи. Не, ну слушай, здесь даже прятать-то негде. Так, на секундочку. О, еда. За едой, наверное, я сюда шел. Так, ладненько. Все-таки как-то это... Зачем я сюда пришел вообще? То есть я так долго добирался до верху, до сюда, чтобы найти ничего? Это бредовенько как-то, мне кажется. Что-то, видимо, я где-то пропускаю, значит. Так, ну это назад сюда. Я же открывал это синим. Ключом. Зачем-то. Смотри, ружье есть. Не, понимаешь, что ружье есть? Еще что ружье есть. Я рад за него, что оно есть. Это хорошо, когда что-то есть. Плохо, когда нет ничего. Так, ладненько. Давай смотрю дальше. Дальше. А что будет дальше? А я не знаю, что будет дальше. А чё, ну, действительно, а нафига? Это бред какой-то. Смотри, здесь.
А вот это зачем огорожено? Может, вот сюда надо? А отсюда, например, вот сюда? И что я здесь? А зачем вообще ее гараж? Чё, блин? Я, походу, где-то ворота открываю. Походу, я, короче, где-то какой-то этот открыл. Может быть, вход даже на второй этаж, я не знаю. Так, здесь нет ничего, да? Она нет, и сюда нет. Может быть, я сбоку вход открыл? При помощи антенны? Да, смотри. Нифига себе дела-то какие. Так, и сюда мне что-то нужно, да? Я смотрю, мне везде кучу, вообще что-то кучу делов везде нужно. Там нужно, здесь нужно. А где не нужно-то? Почему? Почему я все этим занимаюсь, Васильич? Зачем? Вот оно мне все, зачем? Так, здесь нет нифига. Здесь... Так, фонарь, да он мне нафиг этот фонарь не нужен. И так нормально без него. Ну стой, мне надо зеленый ключ. Мне надо еще одну карточку. Ну что-то вообще кучу делов надо. Или не надо? Ха. Ну стой. Вот здесь, наверное, значит. Чик. А нет ничего, яблоко есть. Нафига мне яблоко? Мне не надо яблоко. Стой, что, серьезно, в этой комнате ничего нету? Типа, ходи ищи в других. То есть я тут такое бесконечное путешествие сделал, чтобы до сюда добраться? А зачем? Зачем? О! А что он ноет-то? Не надо, Василич, ныть. Не надо плакать. Жизнь наладится. Где Василич? Опа! Опа! Василич, уходи! Вот не дай бог это опять здесь. Нет, это не здесь. О! Смотри! А вот этого пацана я где-то видел. Где-то видел его. Лицо знакомое, не могу вспомнить где. Где ты его видел? Явно. И мне кажется, он даже это лайки зазывает, вот тот парнишка. И постоянно просит куда-то подписаться. Может быть, он типа почтальона подписаться, может быть, на какую-то газету просит или на что? Что это такое? Да блин, да ё-моё! Василич, уходи! Василич, стоять! Лёха, крушить! Так, опа, смотри! Еще один рубильник нашел. Вообще не знаю, куда... А чё, мне чуть-чуть, где-то решётки ещё есть, что ли? А чё он? Не рабочий, что ли, или чё? Слушай, а он не работает? А это, наверное, он это... Раньше был рубильник, стал теперь будильник. Что за бред я несу? Как рубильник может стать будильником? Не знаю, не знаю. Я постоянно несу бред. У меня вообще распятернение личности. Мистер сантехник, вы мне тут ничем не поможете. А то я тут немножко подзастрял, я не могу понять, где и что мне искать. Нифига себе, не дата свеч какой здоровый-то. А. Так, здесь ладно. Прохладно. Ага. Вон он что. Ну а глобус-то и не берется даже. А нафига он нужен здесь? Воды нигде нету. Нафига его ставить тогда? Здесь не открывается. Сверху ничего нет. Значит, я где-то кучу делов пропускаю. Вот какой я вывод могу сделать из этого. Нет, то есть я что, на крышу залазил только ради того, чтобы это... Видимо, ту штуку открыть. Ну да, видишь, она специально так выделена, так. Такой типа домик на крыше. Так, ладно, надо, короче, первый этаж весь облазить. Там поискать что-нибудь. И
Интересно. Опа! Чуть не разбился. Василич, он там зайти пытается. Он постоянно куда-то зайти пытается. Не получится, Василич, никуда у тебя зайти. Так, я продолжаю расследование. Поиск ключей. Нифига ты листовок сколько распечатал, Василич. Ты думаешь, найдутся? Хотя ему-то что? У него, наверное, своя фабрика есть по производству. Вот там и стой, Василич. А мне тут не мешай нормальному человеку делами заниматься. Так. Он пока там застрял, пусть он там это и застревает дальше. Ты что тут, блин, устроил-то, Василич? Давай, Василич, пошли я тут туда. Нет, не сюда. Давай пойдем туда. Давай пойдем сюда. Давай летим с тобой. Че, пропылесосить решил, что ли? Так, ладненько, ладненько. Так, он опять там встал. Ну пусть там и стоит. Я пока везде чуть-чутенько все осмотрю. Опа. Ага. Так, ну смотри, здесь я брал один ключ. Не знаю, кому я говорю, смотри, видимо, говорю сам себе. Я всегда сам с собой разговариваю. Ну, у меня же это психический расстройство, все дела. Так, это куда ведет? А, во, смотри, мне сюда надо как-то попасть. Ну, подожди, стой. При помощи этого рубильника, наверное, который не работает. Он вообще работает? Ну, он вот, он есть, но он не жмется. А может, это типа обманочка? Мне кажется, что вся моя жизнь это какая-то сплошная обманочка. Не, я действительно, я даже не знаю, что делать-то. Мне нужно зайти в ту комнату. Я не могу туда зайти. Рядом есть рубильник. Но рубильник не работает. Ну, по крайней мере, я на него нацелиться не могу ничего сделать. Но он же есть. Чё, я уж не изнутри врубать буду как-то. Чё за ерунда? Или типа с другой стороны сейчас где-то открывается. А, замечательно. Василич там ходит. Кстати, пока он там ходит, надо быстрее это в главном зале что-нибудь посмотреть. Может, здесь ещё есть. Не, здесь нет нифига. Так вот этот парень, на, получай. Он даже не сбивается, ты смотри, как. Висит. А подожди, а вот это что? Приходите ночью? А как туда прийти-то вообще? Ночью приходите. Приходите ночью. Тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын. Здравствуй, моя Мурка. Здравствуй, дорогая. Так, подожди. А если вот так? Опа! Ага! Там нет нифига. По голове себе попылесось. Распылесосился он тут, блин. Не дает вообще. Вообще ничего не дает найти. И что делать? Что делать? Я не знаю, мне почему-то кажется, что тот рычаг, он оттуда. Вот он прям по-любому оттуда. Прям вот гадалочки не ходи. Хотя зачем гадалки ходить? А было бы неплохо. Вот, кстати, она бы здесь пригодилась. Приходишь такой, где ключ у Васильевича? И она гадает, сидит там на картах. Фигню какую-нибудь тебе нагадает. И будешь ходить не там искать. Так, что ты их понавешал-то здесь? Надо куда-то Василича деть. Василич, куда тебе деть, может? Не, в ту комнату надо зайти. О, нифига ты танцуешь, Василич. Туда-сюда, туда-сюда. Раз-два, раз-два. Давай, Василич. Туда-сюда, туда-сюда. Ну, давай назад-то сходи. У тебя нормально все-то? Ну и ништяк, а как мне сюда залазить теперь? А как мне сюда попасть?
Как мне просто взять, попасть сюда? Я вроде нашел рубильник, но что-то это... Он говорит, добрый вечер, молодой человек. А когда я что-то вижу, типа рубильника, который не врубается, мне кажется, что кто-то где-то накосячил, значит. Нет, это, конечно, может быть так и задумано, что... Вот, говорит, пожалуйста, говорит. Рубильничек, говорит. Нерабочий, говорит. Тын-тырын-тын-тын. Чё за фигня? Блин, ну давай даже... Я не знаю. Я даже не знаю, как это сделать. Как мне... Во! Я смог нажать. Ну, короче, вот, ну, вот такой вот косячок был. Так, ладно. Смотри. А, там ничего нет. Так, это вообще не открывается. А нафига я вообще сюда пришел? За граммофоном, что ли? Стой, ерунда какая-то. Здесь по-любому что-то должно быть. Я зачем-то сюда пришел? А зачем я сюда пришел? Что-то каким-то бредом попахивает. Здесь явно что-то должно быть. Ну не может же эта комната просто быть без всего. Это вообще что за фигня торчит? Зачем она нужна? Ну стой! Ну нет! Ну а смысл от этой комнаты, если здесь ничего нету? В каждой комнате есть какой-то свой смысл. Ну, по крайней мере, как правило. Че, я дурачок, что ли, или че? Сейчас он кассету вставим, будем это видик смотреть. Не, не вставляется. Ну ладно, что, не вставляется, не вставляется. А нафига? Нафига тогда эта комната? Здесь нет нифига. Я, может, что-то не догоняю в этой жизни? Я, походу, вообще много чего в этой жизни не догоняю. Прям даже не знаю, где догонять-то все это дело. И где мне что искать теперь здесь? Надеюсь, не внутри этого шкафчика. А, ну явно не внутри этого шкафчика, там ничего нет. Не, ну мало ли, мало ли. Вот так и сидишь. Бубнишь. Не, ну стой. Но я открывал эту комнату уже для чего-то. То есть здесь должно быть что-то. Я вообще, короче, ничего нигде найти не могу. Ты куда? Ну куда? На потолок, что ли, надо было спрятать? А, вон, смотри, что-то лежит. Вон ключ. Да, вон. Отлично. А то еще начал беспокоиться. Эх, Василич-то, как все пречь-то постоянно. Так, желтый ключ. Мне надо лом где-то взять. А где мне лом взять? О, Василич, ты давай там побегай, пока подумай, где лом взять. Я у тебя тут похожу, ты не против? А где взять лом? Не, ну лом это как бы штука такая-то. Я бы сказал, не маленькая. То есть ее спрятать, чтобы это тоже как бы делов так нормально надо. Лом, либо молоток где-то должен быть. Стой, ну выше, ай.
Мне ж все двери же, по-моему, открыты, да? Вон Василий что-то разбивает опять. Ну, лом. А здесь не может мебели где-нибудь быть? Понять бы, где лом. Лом. Ломик. Ломик, ты мой гномик. Мне кажется, по-любому мистер сантехник должен быть в курсе, где находится лом. Может, он спрятан здесь где-нибудь? Василич, давай прощаться. Что-то прикопался ко мне. А может, на крыше где-нибудь? Ну, например, почему бы и нет? Ну, я тут бы точно бы я увидел бы лом. Надо лом найти. А где найти-то его? Где найти лом? Лом, давай пошли на пролом. Не, ну то есть, ну выход на крышу я понял, что да, это, наверное, выйти. Единственная цель была, чтобы там нажать, вот здесь. Так, выше же я тут никак никуда не поднимусь. Да нет, ну не поднимусь. А если на ту крышу перепрыгнуть? Обалдеть. Здравствуйте. Как у вас здесь дела? Нормально все, нет? Да какого фига? Не шипи на меня. Что за фигня здесь происходит, а? А вот он лом. То есть мне серьезно? И слушай, и синий ключ, ну который второй юзит. То есть это было так реально задумано, что я должен был залезть и через окно перепрыгнуть вот так? Не, вы угораете, что ли? Братан, у тебя все нормально? Хорошо все? У нас гномия как-то не очень, ну ладно. Давай прощаться с тобой. Обалдеть. И как я должен был догадаться? Ну да, я знал, что комната, но я думал, это так, типа, для палева. Еще закрыта на синий ключ с другой стороны. Я думал, она просто комната, ну так, типа, чтобы было все дела-то. Обалдеть. Вот это вот загадочка от Василича. Вот это выкиньте, пожалуйста. Это тоже выкинуть надо. Ну, блин, замочек еще мешается. Василий где-то рядом ходит. Здорово, малой, чё, как дела? Хорошо все у тебя? Так, все. Этот взял карточку. Карточку я взял. А что мне еще надо взять? А мне там еще надо ключ, по-моему, найти. А там мне надо, по-моему, синий ключ найти. Или не надо? Ой, зеленый. Да. И что, и где мне его взять? Василич, надоело. Так, а где мне зеленый ключ-то взять? Тут, блин, что, мне целый дом, что ли, теперь перелопачивает? У меня до сих пор в голове вот этот день. Это что, откуда? Звук этот идет. Все, Василич, никого нет дома. Да откуда звук этот? Звук прекрати, пожалуйста, ты меня пугаешь. Да, и скорее всего вот этим синим ключом я бы открыл. Вот отсюда звук теперь идет, и он мне прям покоя не дает. А звук идет, и покоя мне, покоя не дает.
Ну, давай еще раз туда запрыгну. Может, там не тот колом. Да блин, да как эту фигню вырубить? Выключись, пожалуйста. Не, ну это, конечно, пипец. Это прям загадка века. Ты можешь вырубить? Вырубись, пожалуйста. Да. А на сяну, кстати, не открывается, в чем прикол. Ключ дай мне, пожалуйста. Ключ мне заверни. Так, ну ладно, хорошо. Комната это именно с этим была. Хорошо, без проблем. Подожди, это что, НЛО на крыше, что ли, или что? Слушай, а может быть туда как-то залезть можно? Не, реально, что это за фигня на крыше? Я только сейчас заметил, что там просто стоит НЛО. Не, ну туда я никак не залезу. Да что мне в глазах-то троит-то? Не, ну я сомневаюсь, что так просто, что зеленый ключ где-то здесь, например, находится. Мне кажется, это было бы как-то слишком просто. Давай, Силич. Ты ведь никогда не ищешь простых путей. Обижать у него все-таки еще раз первый этаж весь. Может, я здесь все-таки что-то где-то пропускаю? Вот эти не открываются, это не открывается. Так, ладненько. Где он может быть? Это, кстати, прям в память обо мне. Я понял, к чему это. Не знаю, кто такой я. Может быть, это просто одна из моих личностей. Вот и все. Но я понял, на что эта отсылочка была. Так, ладно. Тин-тырын-тын-тын. А где мне зеленый-то взять? Блин, я даже не знаю, где-то просто в одном месте, походу, пропустил. И теперь крутись как хочешь, как говорится. Да блин, у меня сейчас в голове постоянно вот этот и... Слушай, а может здесь где-нибудь? Мало ли что. Не, на полке выше нету. Мистер сантехник, помогите мне, пожалуйста. Мне нужно найти зеленый ключ. Вообще не знаю, где его искать. Слушай, а может моя отмычка подойдет? А куда? Не, а может реально подойдет? Так, где она тут была? Где-то вот здесь. Не обалдеюсь с отмычкой от этого всего дела. Я тогда прям знатненько прифигею. Но, отлично. День космонавтики еще вроде не настал, но ничего, уже начинаю. Уже начинаю летать потихонечку. Не, ну это жесть будет, конечно. Я прям офигею. Ха-ха-ха! Да не, это серьезно, что ли? Это серьезно? Серьезно или не серьезно, интересно? Я даже не знаю. Василич! Ты же там, что ты здесь ноешь, стоишь? Или ты не ноешь? Василич! На тебя тут смотрят непонятно кто. Еще один ключик, смотри-ка, есть. Василич! Вот такие вот дела, ребят. Все мы, в принципе, прошли. Hello, neighbor. Мод прошли, ребят, сорян, что неделю не было. Я ведь каждый раз, когда говорю, сейчас, все начнется, ролики начнут сниматься, я тут же пропадаю сразу на недельку. Вот такие вот дела. А, кстати, вот интересно, действительно ли открывался у нас последний при помощи этого всего дела или нет? Так, подожди, ну все, мне вот это закрыть. И давайте посмотрим, кей, был ли кей. Кстати, интересно, мне сейчас тут... А, нет. Короче, ребят, сорян, что вы смотрите сейчас на Error. Я сейчас просто посмотрю, был ли вообще зеленый ключ. Так. Да, ребят, кстати, зеленый ключ был, действительно был, я даже искал правильно, там, где лестница была завалена, в одном из шкафчиков он лежал.
Все, все, я понял. Сорян, ребят, что вы сейчас вообще смотрите надписи Error, Warnings, Reported, Why Playing in Edit. Короче, что вы вообще это смотрите. Ребят, не забываем ставить свои лайки, подписаться на канал. С вами, как всегда, был я, Леха Смех. Всем отличного настроения, всем удачи и всем пока. Да, действительно, я ведь правильно искал на этой лестнице, но почему-то я не обратил внимания. Все, давайте, исходите больше роликов, больше лайков, комментов, и будут вам ролики.